Здравствуйте, с вами Анатолий Тучков. Во все времена человек пытался сформулировать словами, что такое любовь. Любить – это прежде всего отдавать. Любить – значит чувства свои, как реку, с весенней щедростью расплескать на радость близкому человеку. Любить – это только глаза открыть и сразу подумать еще с зарею, ну чем бы порадовать, одарить того, кого любишь ты всей душою. Это слова любви поэта Эдуарда Осадова. И мне хочется, чтобы вы, ваш спутник или спутница, посвятили этому великому чувству все дни своей жизни. Попробуйте. Для начала постарайтесь, чтобы 23 августа запомнилось вам надолго, любящие краснодарцы. Утром я советую взглянуть на небо. Легкие облака, солнце, тепло от 20 до 25. Днем порадуйтесь дождю, 26-28 градусов. Вечером небольшой дождь не помешает вам любоваться закатом, 22-26. Ночью до бесконечности можно смотреть на звездное небо. Да, накиньте на плечи любимый пиджак. Термометр покажет 18-20 градусов. В Геленджике утром малооблачно, 20-24 градуса тепла. Днем пройдет небольшой дождь, 25-26. Вечером ясно, 20-24. Ночью снова с неба покапает при температуре 19-20 градусов. Температура воды в Черном море плюс 26 градусов. О такой погоде можно только мечтать. Мещанин и обыватель про него бубнит весь век. Фантазер, пустой мечтатель, несерьезный человек. Эй вы, совы-прорицатели, души, спящие во мгле, да когда бы не мечтатели, что бы было на земле. Я полностью согласен с Эдуардом Осадовым. Думаю, согласен и спонсор программы «Строительная компания «Стройэлектросевка» Авмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тучков, желаем вам любви и счастья в жизни.